Oh yeah. Hell yeah. Where are you, man? Видимо, да, вот так мне. Полобзать надо было его. Да, полобзай его вместе со мной. Полобзать? Полобзай. Полобзаем. Всем хайку, если что. Мы снова куда-то перемещаемся. И, кстати, последняя контрольная точка, наверное, будет логичнее, чем лабиринт. Да, последняя контрольная точка. Я, по-моему, Дима Снэйси сейчас будет... Последняя весело. Контрольная уточка. Сейчас будет, возможно, весело. Да, потому что я не помню, на чем мы остановились. По-моему, мы остановились где-то около босса. Вроде как, но это не точно. Я бы сказал, был возле ивента. Ну или так. В любом случае, я хэ, его зэ. Потому что я уже не помню, что там было. А сейчас вспомнишь. А сейчас вспомню, да. Долгие побегушки без патронов, даже ты помнишь. А-а-а, да, но у нас есть патроны. Так, все, поехали. И дробовик. И два дробовика. Ладно, одна пушка, один дробовик. И люли на наши головы. Тише. О. Разбудишь старый. Присядь. Если они проснутся, виноват буду не я. Берегись, они идут! Присаживайся. Хватит, разбудишь их. Тихо, не дрыгайся. Присаживайся. Ну, я присел, и чё? А, надо откуда прям присесть. Откуда ты тут? Стая рвёт всех без разбору. И всё же я рад видеть новое лицо. Любое лицо. Садись, но не шуми. Если стая решит, что ты еда, я буду за них. Они моя семья. Им нравится моя похлебка. Хочешь, продам немного? Что ты хочешь знать? Долго рассказывать. Я изгой. Бури на меня плевать. Выр хотят убить. Стая. Вот моя семья. Хочешь историю? Ладно. Доводилось слышать о жатве? Ну, вроде того. Раз в 7 лет бессмертный король отправляет выр по деревням. Они выстраивают нас, как скот. Решают, кто будет жить. Для бури это великая честь. Я был рад, пока не узнал, что происходит с избранными. Нет, рабы — это счастливчики. Избранных убивают. Мне повезло. Я сбежал. Теперь для бури я изгой, а для выр — добыча. Но я нашел лучшую семью. Говорят, он бессмертен благодаря особому порошку из тел врагов. Только я тебе этого не говорил. Он не должен знать. Мой народ — бури, закаленное тяжелой жизнью племя. Главное для племени — выживание. Слабых изгоняют, забывают. А еще они легко нападают на чужаков, даже на бывших бури. Тиран заботится только о себе. Не верь ему.
Чего вдруг? Мы же семья. Я не исключение. Я член семьи. Хватит. Довольно. Да. Так лучше. А разве ты не станешь защищать свою семью? Не вижу разницы. Между мной и тобой нет вражды. Но если они нападут, я присоединюсь к ним. Ах да, Альфа. Она не укусит, если не узнает, что ты здесь. Тиран. А, ага, собачьей еды не желаешь? А, конечно, как раз сварил свежую порцию. Так, ну, в принципе, ничего у него интересного-то особо нету. Это всего лишь мясо повелителя гончих, повышает урон критического удара на 15 на 60 минут. Ну... Спасибо за разговор. И не поднимай шум. Это как бы вопрос. И не возвращайся. В следующий раз стая может не спать. Хватит. Вопрос заключается в том, стоит ли нам с ним воевать. Ну, я думаю, нет. Давай попробуем как-то обойти. На картонах. Ну, могу тебе сказать, да, тут два варианта. Да я уж так понимаю. Так, мы просто уходим, а так мы будем сражаться, причем он будет считаться, ну, боссом данжа, так сказать. И за него тоже полагается награда. Ну да, причем тут получается два босса, это Альфа и он. Да, есть такие двойные. Хотя тут, как я знаю, больше собаку надо бояться. Ну, я догадываюсь. В принципе, насколько я понимаю, мы можем сюда вернуться. По идее. Не, ну если мы типа в бандиты можем вернуться, то и сюда тоже. Ну, карта же не меняется. Нет, не должна. По логике вещей. Единственное, что я не знаю, типа, будут ли они в следующий раз, так сказать, спать. Ну, если они не будут спать, мы дадим им всем люлей. Ну, типа сорян, братаны. Сами, мол, виноваты. Ну ладно. Ну тем более мы в любом случае дадим люлей. Можем сейчас попробовать дать люлей, чтобы не париться потом, есть они или нет. Типа патроны у нас полные, все у нас полное. Ну решай. Главное просто мне знать, не дробовик брать или нет. Чувак мне нравился, поэтому мне его будет жалко. Но это мир довольно жестокий, поэтому пошли убьем. Быстро ты поменял мнение. Ну... А, ладно, пойдем пока оставим. Если они не будут спать, мы их убьем. Все, короче, решил. Типа... Хорошо, тогда мне надо оружие менять. Я подожду. Ну, вполне логично, да? То есть я все-таки хочу быть добрым, поэтому, типа, давай их не будем убивать. Да, так будет правильней, наверное. Да. Но если они вдруг не будут спать... Ну, когда мы вернемся. Да. А, возвращаться мы, по идее, будем, потому что мы же сюда же, по идее, возвращаемся. Ну, смотря какие пути. Я именно для этого и купил дробовик, если ему не сцепляться. Только для этого. Потому что я понял, что для ближних боссов все-таки нужен... Дробовик. Можем не перемещаться, но если что, мы знаем, что он там. Угу. Так, стопэ. А мы, по-моему, вышли туда же, нет? Либо нас прям так же заспаунил очень. Ну, карта не разведана, они... да, ты прав. Да, она не разведана. Похоже просто. Как говорится, чёрт разберешь эти пустыни. Ну да, везде пустыни и города. Вали! Есть такое. Я уже врагов вижу. Не, нет. Ну, то есть, ладно, я вижу, но...
Не лень с ними привлекаться. А опыт. Тем более я возьму кое-что поважнее. Ой, пробил маску. Так, спасибо большое. У меня знания теперь на максимум качают. Наконец-то в двадцатку. У меня уже 2 таланта в двадцатку. У меня нет, потому что я периодически еще другие. Стойкость, наверное, должна качать. И в быстрые руки. Вау! Этого мини... Да. Мини-босса, знающий секретики. Как там глубоко? Скажи я тебе. Прыгай. Испытаешь на себе. О, не, я пошел. А, он за тобой, кстати. Да ладно. Это команда мелочь почище. Так скажи, если он на меня разорвется. Хорошо. Ау. Оу! Оу! Кровь не останавливается, как же прикольно. Хорошо, что я гвинтовку купил. Ах ты ж мать, да еще и кошка, сука! И так кошка, не вовремя, давай. Вообще ни разу. Ты его убил? Нет, я его не убил, еще сейчас меня убьют. Все, мне жопа. Меня кошка отвлекла, блин, она меня царапнула. И я, короче... Не вовремя она мелкая. А ты как? Как так? Я почему-то после первого его попадания не смог увернуться от второго. Как нас отбросило-то, типа, вот вы лохи. Да. Не, он легкий, просто я говорю, я бы выжил, если бы нет. Кое-какая черная, нехорошая женщина. Мелкая. Мелкая женщина, ты хоть понимаешь, как это звучит? Да. Хвостатый еще могу сказать. Неко пара. Хо-хо-хо. Крита. Канул, да, типа шок. В голову. Жаль, что в голову по ним стрелять меньше всего профита. Да, потому что тебе даже этот чувак объяснял и говорил, что такой типа... Мол, чувак, это бесполезное говно. Сначала стреляй в тело. А мы такие, угу. Да-да-да. Привет. Ой, попал как раз в голову. Я уже забыл свой снапок. Не, я их ваншотаю обычно мелко. На кого он? Ну, вот, видимо, на тебя. На меня. Ау. Я понял. Я еще вернулся. Я почти увернулся. Ау. Успел. Я не всегда понимаю, как я уворачиваюсь, но иногда это бывает. И такие чудеса случаются. Некуда класть. Ей! Как же нам стой, повезло. Стой, 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 враги стой. Враги могут быть рядом. Чит. Как же нам повезло с драконом, однако. Лицензионный чит, понимаешь? Незапрещенный, кстати. Легальный, легальный, не лицензионный. Легальный, да. Легальный. Ох, как здесь много всего. Даже кого-то уже нашел. А тут... Блин, реально быстрые руки надо качать. Зачем? Типа быстрая Спас... перезарядка? Да, перезарядка быстрее. То бесит. Че ты, кстати, эти не разрушаешь? Не знаю. У меня просто на видео будет тонна контента, когда я разрушаю какое-нибудь говно, а ты когда всех убиваешь. Мне кажется, он бежит за мной. Нет. Бой. Ладно, я разберусь с сталью.
Ой, рейдж. Я разобрался с остальными. Надеюсь, ты разобрался с ним? Почти. Да, он догорел. Очко талантов. Зеваю. Ладно. Враги могут быть рядом. У меня же так много талантов, которые могу качать, да? Да, я буду долго беситься, хотя мне хоть один талант не дадут какой-то. Сопротивление, зона действия работы, внимательность врагов, выносливость. Да давай, быстрые руки покачаем. Не хватает места. Пока нет, чего качать, буду ее-то качать. Так, мне нужно пополнить запасы патронов. Если там проблема. А еще у меня проблема с долбанутой на всю голову кошкой, которая бегает у меня по дому сейчас. Она просто бывает. Иногда с ума сходит, и типа у нее что-то, не знаю, там, моча в голову ударяет или еще что. Не хватает Очень. Места. Ой, я, кстати, встретился с собаками. С собаками? Да. Я собак никаких не вижу. Ну, я ее убью. Какая неожиданность, никогда. О, тут я смотрю, падает далеко тоже. У меня, короче, копья летят. Неплохо это будет. Да ты чё? А если я тебя? Ой, ты жив. Ой. Да, не живучий. Не, они обычно отваливаются с одного выстрела на его. Снайперка все-таки очень мощная. Лево, право, право, лево, лево, право. Может вот сюда сначала? Ну сходи туда. Я пока сюда. И тут тоже ничего нет. Ну ладно. Значит налево. Не люблю ходить налево, но... Я тоже, но... Придется. Выбора-то нет. Вынуждают. Я так понимаю, эта дверь закрытая. И причем я не могу сейчас, в отличие от той двери, вот тут сломать. Там же не видно. Угу. Ладно. Так, у нас есть проход дальше. Да, причем это спуск какой-то. Кстати, довольно красивый. Чувствую еще один. Чувствую, это подземка. Нет. Ну как бы да, он будет, скорее всего, босс, ну, но это подземка. Ну, в конце я имею в виду, да. Это такой данжик, и вау. И я, кстати, даже не могу предложить, что это может быть, потому что я только знаю Собаколова из этой... И ты хорошенько так залагал. Из этого мира, говорю. Угу. Ну, Собаколов, я так понимаю, это как раз вот тот чувак, с которым мы встретились. Ой, лол. Ну, ну да. Друг собак, короче. Собака-друг. О, да. Блин, ну сзади красиво, кстати, смотри. Прям очень красиво. Угу. Так. Посидеть, хочешь? Да, у меня была мысль, но там типа ожидание других игроков было. Я подумал, что надо восстановить патроны, а потом как-то обратил внимание, что сзади красиво и завис. Ну ты согласен. Статуи интересные. Да, это какой-то храм, наверное. Есть такое, ты кто? Не знаю, но... И он после себя оставил какую-то жижу. О, обернись, желательно срочно, да. Я не вижу их криты. В голове, но голова очень маленькая. Нет. Не попадаю в голову. А, нет, не в крите, не в голове. Так, наверное, мы будем разобщаться. Бодрость качаешь? Да. Ну я вообще предлагаю где-нибудь в одном... Вау! Да я иду к тебе. Что за... И это что-то еще и следует звуки. А, ну да. Да-да, давай будем стрелять во все необычное. Конечно. Вдруг оно сломается. Во все и во вся. И такой, знаешь, такой стрельнул, да, и все умерли. Сейчас, дай погоди, я подниму. На совсем. Надену. А то с одним наушником не очень прикольно. Так. Это враг? Это не враг. Окей, у нас еще выбор идти вниз, идти туда. Так, ну давай попробуем вначале вниз. Давай попробуем вначале вниз. Блин, похоже, как будто мы каким-то чужим пришли.
Есть такое. Стилистика прикольная. Ну да, вот даже жижа вот эта какая-то такая. It's so interesting. Ну, то есть, смотри, второй выход есть. Угу. Я слышал, что а я могу просто подтвердить, что our English is bad. Why? Я-то в чем провинился? Ой, я испугался. Примерно в том же, в чем и я, в произношении. Что, вроде? Нет. Это милаш. О, удот. Так, это будет довольно-таки интересно. Да, это будет довольно-таки интересно. Особенно, когда ты умираешь. Особенно спасибо, что меня еще и жопу поджег. А ты горение тебе наложилось? Да. Сорян. Ой, радиация. Ага, один наверху, вот кто топает. Не зеваем, враги могут быть рядом. Не зеваем. Но это было прикольно. Интересные, да, враги. Их много, главное, они мелкие. Но шустрые. Вот там есть. Давай добьем этого придурка. Понимаю, я железо. У него нет каковой. Так, ну вниз нам бесполезно, но нам предлагают наверх. Ну вниз мы все обследовали. Но тут все, я понял, чем-то. О, настой как раз того щавеля. Щавелевского. Да. Я думаю, может как бы одну выпить, все-таки у меня их вроде 7. Да, можешь выпить, почему нет? Так, одну, по крайней мере, что нет. О, я не зря сюда пошел. Какой-то красавчик. Я знаю. Окей, быстрые руки. Окей, до сих пор медленные руки. Есть такое, всего на 4,5% повышается. О, еще сундук. Еще враги. Они слабенькие, хоть и много. Но со всех сторон нападать нечестно, ребята. Ай, блин. Я отвлекся кое на кого. Ладно. Отбегай вообще. Ты серьезно? Ты серьезно? О, очко талантов. Не, серьезно, типа, да, серьезно, типа, я вообще не понял, не подумал, что меня могут убить. Так, сейчас, стой, не беги. Так, я варнулся. Смотрю, ты без меня пробежался, как обычно. Поубивал там всех. Да, одного моба, который угрожал твоей жизни. Я защищал тебя, а ты благодарный. Конечно, конечно. Ай, правда, у крита есть. Да, у нее очень странная голова, скажу так. Но она очень маленькая. Не, не суть, просто у него крит зачитывается только если в лоб попадаешь. Вау! А я думаю, что рычит. Мне жопа! Мне жопа! Совсем? Тут очень большой чувак с большим мечом, он вблизи атакует. Беги! Оп! Не успеешь, он жестко шустрый. Давай быстрее тогда. Пока. Мне напомнил нашего первого босса. Кто его учил бить все стены? Первый босс. Так, давай нормально. Да, давай, я просто не ожидал. Во-первых, что мы разделились.
Я не ожидал тоже, что мы разделимся. Я думал, что мы как раз туда и пойдем, но... Рюкзак. А мы типа шли до этого в другую сторону, поэтому я пошел туда же, куда мы шли до этого. Я просто понял, что это тупик, и хотел его исследовать. Просто я пошел сюда, смотрю, и это тупик. Погнали, ладно. Теперь-то нас двое. Стой, он где-то здесь. Не, он за стенкой, ладно. Так. Я надеюсь, тут артефакт будет. А, мы здесь проходили, кстати, что самое смешное. Вот только я здесь никого не было. Значит, это черт будет чуть дальше. Прикольно, он телепортируется. Это как у меня один раз... Геральт встретил в самых первых локациях какого-то моба, которого там физически быть не могло. После чего мне дали очень жестких люлей. Ой! 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 Согласен, такое бывает. Патрон только мне оставь. Хорошо, нифига тут как муравьев. Не, беленький либо патрончик. Как раз беленький. Беги. Нереально что-то уклониться, если они уже тебя штурмуют. Ну они прям числом прям давят. Очень жесткие. Ты видел, там еще какая-то хрень, которая в нас стреляла? Да, глазик какой-то. О, это было прикольно. Ладно, новые враги, новые эмоции. Ну, это прям реально новые враги, то есть таких еще не было. Я про то и говорю. Так, ну это все просто, у него крит в глазу. А, я знаю, тоже маленький, ну да. Некуда класть. Некуда класть, дай мне. Возьми. Развернись, чучело. Прикольно, на скелетика похож доспех. Пойдем сюда. Мы там все равно выйдем. Да пойдем. Знаешь, еще сверху такое ощущение, как будто это меч какой-то. Большой такой. Он черный, видишь? Выемка. 520. Он, смотри, отсюда можешь пристрелить. Не могу, не вижу. Сейчас увидишь. Вижу. Окей, он мой. Там мелкие, 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 где-то мелкие. И много. Видимо, спина. Ох, беги! А это проблема, я согласен с бабой. А, у меня медальон на зарядку, видимо. Два огнеметчика таких сразу. Зачистим зергов, блин. Прикольно, мне понравилось. Есть такое. Ладно, тачка. А вот и этот! Какой бежим, есть? Бежим, назад, 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 назад. Понял. Не попал. У него крита в голове. Я понимаю, но я не попадаю. Я попадаю. Попал. Я прям нормально попадаю. Прикольно у него оружие. Да, хотел бы себе такой. Вот таким бы я побил. Так, мне нужны все патроны. А там еще один такой, да? Нет. Нет, там эти именно большарики. Ого, уклонился. Ого, кто-то на нас бежит, я бы сказал. Сзади.
сзади. Я его просто даже не убью. А можно ты не будешь перезаряжаться и поменяешь на распистет? Их там много бежит. Ох, их там много бежит. Ох, я в яде. Ох, там до хрена. Прям гаси их пламенем, а нет, пламени вообще дохнут. Со спины-то ты откуда появился? Ну, пробуй давай. Там еще и бежит, еще бежит, еще бежит. А. А. Все? Да. Все? Я не знаю, почему. Я не знаю, почему он в стену прыгнул. Такой, все? Да. Блин, патронов в последнее время стало катастрофически не хватать. Есть такое. Хотя, на снайперку не жалуюсь. Вниз будем идти? Зачем? Опыт. Никого. Опыт. А, давай не банку никого. Выпьем, кстати. А, там она на 3 часа. Ну и пофиг. Есть смысл. Да, 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 так поехали. А? Поехали, пока она действует, будем это. Хрен с тобой. Почему на 3? Она на 2. 1 час 59 минут. В часу. 1 час 59 минут. А, я двоеточие не видел, я поэтому и говорил, на, нам на 160. Такой выпендрился, да? Так я там не видно двоеточие, думаю, это 159. Развернись. Очко. Очко? Так, мне кажется, давай все-таки низ зачистим, потому что они снизу были. Всем разока. Выбегали они, снизу? Они вылезают из всюду, они как призывные. Они, то есть, они не стоят где-то на месте, они выползают в определенный момент. Ну, как сейчас, да? А, они сейчас поползут со всех сторон. Вот они и поползли сзади. Большой. Еще. Ой, там этот, там совсем большой. Иди пока его отвлекай, я пожарю этих. Да я не могу, в том-то и прикол. У меня здоровья уже нет. Я отвлекаю тогда его. Давай. Перезаряжаюсь пока что. Кончено. Я прошу, чтобы ты похилялся, а я бы не попадал под его удар. Да, к примеру, под такие простые удары не попадал бы его. Ух. Окей, рядом больше никого. Нормально, пережили. Надо перезарядиться! Я же говорил, надо было низ зачистить. Так, внизу никого не было, ты же сам ходил. Был вот этот чувак. Только этот, но его там убили в прошлый раз. Еще бы ты передо мной не вставал, было бы вообще великолепно. Ну, учусь у тебя. Я их слышу прям где-то рядом. Видимо, потому что звуки. Они вот отсюда пошли. Звуки характерные. Блин, прыгать не могу. Что там? Показалось. О, сундук. Открыл уже, что ли? Что-то большое. А, это вот это. Я бы не сказал, что он прям большой, но... Топает как большой просто. Топает, да, как большой мальчик. Пойдем вниз. Что-то большое. Топает. Над нами, скорее всего. О, какие локации огромные стали. О,
Это там тоже есть такой. А? Есть такой, говорю. Пока никого не вижу из посторонних. Я только стараюсь вот пока бывшие. Контролить. Тут и наши мысли. Нет, мелкие пошли. Прошли. Много мелких пошло, глаз пошел, там глаз. Это крикун. Крикун. Беги. Блин, жестко. Там что-то прям их вообще народу. Не, ты не выживешь, чувак, сорян. Без вариантов. Так, я понял, вниз лучше не соваться. Внизу вообще какая-то жопа. Сам пошел туда. Я тебе говорил, не надо. Опыт хотел. Ты ж понимаешь. Опыт фармится хорошо. Если бы мне что-то таланты давали. Надо перезарядиться! Очко. Очко. Так, ладно, вниз мы не ходим. Если на нас что-то бежит, мы отходим. Да, желательно не в угол. Да. Желательно туда, где можно отойти назад. И желательно, где много места. И желательно не тратить сейвовую сейвку. Во что? Ну, типа хил мой. А. Наверху, походу, ходит. Не, он где-то прям за стеной. Он вот тут. Я же говорю, где-то за стеной. Ну ладно. Сейчас побежит. Зайди в комнату, я тебе скажу, если что. Уже... Не, пламя их, кстати, гасит очень жестко. Согласен. Горят очень хорошо, значит, у них резистент к огню. Стрелялку в эту большую убей. Стрелялку большую? Да, вот та, которая в меня стреляет. Там пулеметчик. Где? Пулемет на ножках, короче. Проходим. А, вот это дерьмо? Да. Он еще и за мной идет, прикольно. Нет, теперь за мной. Я думал, с ними покончено. Да нет, ты че? Ну я имею в виду, я не думал, что не будет в этой локации. О, очко. Быстрые руки. Так. Я его прикалываю. Но главное, не станется после любого выстрела, это прикольно. Пока они оружие достают, да, можно их подстанивать. Так, вниз не идем, я помню. Хорошо. Но самое грустное, вниз нам все равно придется сходить. Да, хотя бы зачистить. Дело даже не в том, что зачистить, а хотя бы просто забрать шмот. Который там 100 пудов есть. Так, мелкие. Я подожгу. Их аппетит. Я с прохода их убрал тоже у себя. Окей, там большого вижу. Ой, там двух больших вижу. Ой, они взрываются. В плане того, они себя взорвать могут. Друг да. друга, точнее. Это неплохо. Так, патрончики бы. Есть такое. Давай сначала вверх тогда зачистим, потом вниз пойдем. Давай. Потому что вверх проще объективнее зачищать, но нам вниз все время говорят идти. То есть уже в этот раз без вариантов вниз, да? Ну ладно. Ходи чуть-чуть наверх.
Можешь хиляться в меня в этом. Да, спасибо. Я знаю. Я именно из-за него и не умер. Ну, это ж хорошо, я специально его поставил. Ну, в принципе, из-за этого я чуть как раз тоже не умер одновременно. Я понадеялся на твой хил и не зря. Поэтому мы зажадничал банк, поэтому чуть не умер, поэтому я отделялся от твоего. Там глаз. Куча мелочи, пошли на выход, быстро. Я не успеваю. Огнемет сразу рубай. Успел? Успел. Хорош. Больно, 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 сзади много. Килься. Давай. Ты чудо! Умер. Очень много, я на нуле. Боже. Нет, всего два мало было. Но вокруг меня их три было. Ну, или мне казалось. Или я не знаю, у меня паника. Я возьму одну пачку, главное. Так, я, короче, патроны взял из патронника. А, окей. Окей. Даже так. Ну, как бы я такой, типа, могу и все. Я же спорю. У меня просто в быстром доступе не этот, не стоит. Если я на четверочку поставил. У меня, типа, набор на все случаи жизни. От кровотечения, от горения, от радиации. Кстати, да, надо поставить. От кровотечения поставь и от... Да, от кровотечения радиации. Я поставил. Не, от радиации, нет, нафиг. А не радиация убьет. О! Привет. Похиляюсь-ка, я думаю. Я все равно откинусь. Там еще четверо. Еще один бежит. Еще двое бегут. Все. Пока больше ничего не бежит, но там... А он не идет почему-то. Глаз там есть просто. Быстрые руки. Ну нормально же. Я прямо отсюда его агрю. Может, ты телодвижение будешь? Или ты так и будешь ждать, пока я тебя расстреляю? Ну, порадуйся. А он пройти не может. Писец его колбасит. Так это я его стрелял. Сейчас будет их очень много. Именно он зазывает мелких. Один к тебе. Так. Вроде мы потихоньку научились. Один внизу. Мелкие пошли опять. Живи, не знаю как. К тебе трое идут. Трое. Двое. Трое все еще. Сбоку, сбоку! Еще двое бежит оттуда же. Пробуй. Не могу. Понял, вижу. Сзади. Да перезарядка. Выживай как-нибудь, я не знаю. А, вон оно чё. Да, тут этот. Стой, ты прям на него выбегаешь? Я знаю, я типа это и делаю. Все, пробуй, пробуй, пробуй. Какую же мне сила? Да, я тоже об этом подумал. Ух, заносило. Проблема только в одном была, у меня патроны закончились. Как я его отжарил. А, то. Так, патроны, говоришь, у тебя все, да? Ну, второй слот у меня закончился, я просто думал, у меня есть, напал, а у меня нет. Здесь вот есть патроны. Ну, шикарно. Там большой. Еще ой, патроны. Еще. Отлично, мне пока достаточно. Спине не будет, спине не будет.
Спине не будет, говоришь? А это тогда кто? О, ну я думал, не будет. Сзади. Еще. А, окей. Давай хилку, что ли, поставлю? Давай. О! В жопу! В жопу! Я в смысле, пальни ей в жопу. Ну, я понял. Я это и делал. Мне кажется, короче, что-то внизу есть просто. Вот здесь вот. Я вроде оттуда пришел, разве? Не, в том плане, откуда они выходили, туда же мы не ходили. Вроде как нет. Ну, сундук. Сундук. А, и тупик. Две свиньи. Две свиньи. Чё? Чё? Не, ну, тупик. Две свиньи. А, я понял. Ты уверен, что у тебя плохо с английским? Да, тупой юмор. Не, это уже проблема человека. Вау, это что-то новое. Симулятор. Грейт, плюс грейт с хилки. Да. Будет их теперь 5. А сколько их максимум, я тебе не скажу, ха-ха. Такой, их максимум 5. Не настолько все плохо. Какая большая дверка. Блин, а сзади красиво. Сзади-то? Да, статуя прикольная. Ой, так что надо будет скрафтить сердце. Камень героя. Одинокого врага убить не составит труда, но встреча с Целом обернется настоящим кошмаром. Целым Роем. Логично. Не было еще ни одной игры исключений. Я предлагаю отдохнуть, отправиться, поговорить, поболтать. Давай. Отправляй нас. Я не против, чтобы у меня была еще одна хилка. Особенно, если сейчас выползет какой-нибудь босс. Я тебе открою секрет, и выползет какой-то босс. Да ладно. Ну, вдруг ты дверь не видел. Нет. Я же на карту не смотрю. А там, там разве на карте показано? Или ты да, продаешь? Там на карте показывается. Окей, не знал. Я-то на мини-карту не смотрю, ты же помнишь? Да, я знаю, поэтому мы всегда разминаемся. Папка, мы идем к тебе. За печеньками. Я бы сказал, за сердечками, ну ладно. Приветствую. И вот ты снова в пути. О, погоди. Броди по мирам. Ищи. Основатель где-то там. Он ждет. Хоть и сам не знает этого. Это все, что я могу тебе дать. Та-дам. Та-дам. Та-дам, та-дам, та-дам. До встречи. До встречи. Вестник снова. Спрашивай. Сейчас, погоди. Это лишь слабые, забытые сны. Основатель, Эндрю. До того, как пришел корень, мы были вместе. Но воспоминания гаснут. Они больше не мучают меня. Хорошо. Ступай осторожно, дитя. Хорошо. Вестник. Ты же в курсе, что посреди города возникла башня, да? Где? Я надеялась, это в прошлом. Жизнь дорогого. Я бы туда не совалась. Вдруг эта штука тут не задержится. Только не говори пока с ними. Я и не собирался. Кстати, люминитовый, точнее, кристалл нам вообще нужен? Да. И много. Ну, куплю один. Для городов оружие.
То есть за каждые 5 левелов у тебя будет новый ресурс. Тебе удалось. То есть сначала ты просто жили башню. О, вот эта история! Она, наверное, полна тайн. Все, ладно, помогу, чем береги смогу. Себя. Нужны вещи. А блоки 13? Пока. Что могу рассказать? Ну, ну, как минимум много. Это древнее место. Блок основали, когда мир пал. Первый командир Эндрю Форд доспится ему с миром. Говорят, многие блоки погибли. Но этот выстоял. Ох, не люблю сплетничать, но что поделать? Маккейп может выглядеть грозно, но спорим, ей здесь нравится. Рикс этот и последнюю рубашку отдаст. Бо, вот его плохо знаю, но о блоке он заботится. Эйс дружелюбно, но карты не раскрывает. Уоллес здесь недавно. Бедняга. Потерять брата. Мы стараемся подружиться с ним. Но это непросто. А Беллин? Отличный лидер. Внучка основателя. Не раз нас спасала. Она не признает, но с ней многое стало лучше. Ну, о Реджи многого не скажешь. Моя история типична. Потеря, голод, страх. Судьба привела меня сюда. Последний оплот доброты и света. До этого жизнь была похожа на блуждание в тумане. Но я помню кольцо. Величайшее сокровище. Последняя память о прошлом. Но оно потеряно, как и память. Нужно еще что? Только лучше. Так. Подгорение я точно не буду брать. Бинты у меня есть. Коробка с боеприпасами пока хватает. Можно взять получено. Пару конечно настоек. Адреналином я точно пользоваться не буду, поэтому продаю его. Масляные тоники тоже нафиг. Береги себя. Остальное я буду использовать. Здравствуйте. Волшебная башня. Ага. Или вы спятили, или дела хуже, чем я думала. А, ну ладно. Так, у нее все еще метка охотника и плащ из шипов. И то, и то, в принципе, у меня хрень. Полно работы. Да? Ну, Эйс говорила о башне, появившейся в городе. Я так вообще ничего. Словно она всегда там у была. У меня полно как работы. Странно. Я бы к ней не приближался. Иди уже. Кто знает, что на уме у этих сорняков. Ну, что ты хочешь узнать? А что я особо могу сказать? Люди сами расскажут о себе, если захотят. Просто на будущее. Маккейп не любит пустую болтовню. Еще что нужно? Что тебе нужно? Ну, посмотрим, что у тебя есть. Так, улучшение. Вот, я, кстати, могу наконец-то улучшить. Да отстань от меня со своей болтовней. Кого мы шлестно собирали? Мне для улучшения требуется вулкана, не только кованое железо. Для покупки у него все такое же говно. Не так много, кстати, я железа насобирал, зато я улучшил до пятерки вулкана и дробовик до шестерки. Не прям. До встречи. Эй, брат. Что тебе нужно? Значит, лабиринт существует. Мой дед рассказывал о башне в городе. Называл ее дверью к другим дверям. Я думала, это все выдумки. Вдруг он где-то там. Отлично.
Следующий материал, который у нас будет, оцинкованное железо. Я снапу до десятки увеличу. Ничего ты. Не, в принципе, тоже мог, но я почему-то решил увеличить эту фигню. Огненную нашу. Волкам тоже можно, но я больше все-таки пользуюсь винтовкой. Эй, эй, только представь. Теперь оно в 20 минут. Эйс говорит, что посреди города появилась башня. К тому же сейчас было. Надеюсь ее увидеть. Интересно же. Я знаю, что он, ну, основал блок 13 и закрыл ворота, чтобы защитить людей от корня. Но командир Форд не любит, когда о нем вспоминают. Основатель для местных людей, как герой. И командир Форд, ну, сердится каждый раз, когда кто-то говорит об основателе. Увидимся. Ну и ладно. Привет. Что ты говорил? А, то, что... У тебя что-то микрофон пользуюсь. Стал фонить, кстати. Это, наверное, подключение. И ты лагаешь. Странно. А, да. Говорю, перед боссом как раз на полу лучше. Ну, хорошо. Я думаю, на этом серию сегодняшнюю прервать, поэтому всем спасибо. Всем пока. Увидимся в следующей, надеюсь.